Электронная запись в летние детские лагеря идет успешно. Многие, зарегистрировавшие в них своих детей, уже получили от молодежного отдела Даугавпилсской городской думы сообщение о том, что ребенок попал в конкретный лагерь. С 16 апреля по 2 мая родителям необходимо оплатить июньскую путевку. Банковские реквизиты пришли вместе с сообщением. Их можно также уточнить, позвонив в молодежный отдел по телефону 654-22-306. С квитанцией об оплате необходимо прийти в офис молодежного отдела по адресу Саулес 5А. Если это вы оплату делаете через интернет-банк, не надо идти в банк и получить подпись, что это оригинально и все в порядке. Здесь с вами заключат договор и выдадут правила внутреннего распорядка лагеря. Главное – соблюсти сроки и предоставить квитанцию об оплате июньской смены до 2 мая. Те, которые это не сделают и нам не приносят квитанцию об оплате, потеряют место, если это не сделано до 2 мая, и мы будем брать детей в списке ожидания. Тем, кому сообщение еще не пришло, и те, кто попал в список ожидания, не отчаивайтесь. Сейчас работники молодежного отдела занимаются, что называется, чисткой системы, то есть отсеивают тех, кто зарегистрировался в лагерь несколько раз. После этой процедуры обязательно появятся свободные места. И еще. По статистике, не все родители в срок выкупают путевки, поэтому есть надежда на то, что ваш ребенок все-таки попадет в выбранный лагерь. Всю дополнительную информацию можно найти на сайте jaunatne.daugavpils.lv. Сюжет подготовлен специалистами отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.